9 июня 2017 года опять администрация городского поселения город Юхнов нарушает действующее законодательство. Происходит вырубка незаконная сосен 6-8-метровой высоты. Это жемчужина, наш парк Дениса Давыдова. И несмотря на это, все равно приглашена техника, которая вырубает и превращает сосны в муку. Вот. И следы этого преступления мы с вами видим. Спрашивается, кто мешает администрации, даже если это земли муниципальных образований, хотя это должны проводить геодезисты по согласованию с владельцами земельных участков, которые на границе с этой вырубкой. Этого сделано не было. Ну, с этой стороны не поставили, у них здесь дорога по их плану, да, а там они раздали землю многодетным детям, да, то есть и начали рубить. Но с той стороны никаких отметок нет. Где эта ширина дороги, как она, да, проходит. Они это сделали нашу границу и решили вырубить вообще все. Представители кооператива «Гео» навязали своих ленточек, и вы посмотрите, сейчас порядка уже тысячи сосен великолепных, наших, которым мы гордимся, юхновчане, вырублено, перемолото в древесную пыль. Это преступление. Вот эти участки администрация парк разделила на 68 земельных участков. Из них 16 участков принадлежит многодетным семьям. Никто не дал согласия на вырубку этих сосен. Это самодеятельность администрации, и она за это должна понести наказание. Документы на технику представлены были, все, разрешения на технику были. А данные работы сейчас приостановлены для выяснения всех обстоятельств. Техника уехала. Ясно. А много успели они спилить вот тут? Ну, я не могу вам пояснить по этому поводу ничего. Сейчас с Николаем Николаевичем разговариваю, он потом пишет непосредственно заявление в отдел полиции. Будем все обстоятельства выяснить данное дело. Работы по данным сейчас, данные приостановлены все. Мы сейчас готовим обращение в полицию, МО МВД Юхновский, обращение в прокуратуру Юхновского района, для того, чтобы пресечь эти незаконные действия. Вместо того, чтобы эти великолепные сосны пересадить в другие части города, идет их варварское уничтожение. И это, я еще раз хочу подчеркнуть, в год экологии России, которая назначена указом президента Российской Федерации Путина.